Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И с вами Ольга. Сегодня приготовим филе индейки в томатном кляре. Не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Ингредиенты и описание этого рецепта также смотрите под видео. Давайте готовить! Берем филе индейки. Хорошо отбиваем. Солим, перчим по вкусу с обоих сторон. Подготавливаем кляр. В миску кладем томатную пасту, яйцо, кипяченую воду остывшую, соль. Хорошо все перемешиваем. Добавляем муку и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться как на оладьи. В разогретую сковороду наливаем растительное масло. Филе индейки обмакиваем в кляре и обжариваем на среднем огне с обоих сторон. Жареное мясо ставим в духовку на 5-10 минут. Подаем со свежими огурчиками, помидорчиками. Вот такое вкусное блюдо у нас с вами получилось. Томатный кляр отлично сочетается с любым мясом. Его кислинка дает невероятный вкус. Пробуйте, готовьте. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!